Минфин предлагает ввести маркировку ювелирных изделий. Ведомстве считают, она минимизирует риск покупки подделок. Инициатива связана с хорошими результатами эксперимента, в котором приняли участие более 150 отечественных компаний. Благодаря процессу товары можно будет продавать на интернет-площадках. А для производителей и торговли ускорение идентификации позволит сэкономить на логистике. В администрации Ленинского района в пятницу обсудили ход выполнения требований директивы президента о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В работе заседания приняли участие помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Владимир Книга. Среди докладчиков представители администрации и УВД, МЧС, Центра соцобслуживания и ЖРЭУ. В городе продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. В этом сезоне в планах покрасить белой краской более 30 тысяч квадратных метров, из которых 26 от плана уже выполнено. Это Минская, Бахарова, Интернациональная, Привокзальная площадь и другие. Обновляются не только сплошные и прерывистые, но и пешеходные переходы, островки безопасности, знаки на проезжей части. Универмаг приглашает школьников и их родителей за покупками. Второй этаж торгового центра пестрит разнообразием всего, что необходимо современному ученику. Одежда, канцелярия, рюкзаки и ранцы – качественная продукция отечественного производства. Цены на любой кошелек. За блузку для девочек просят от 24 рублей. За сорочку для мальчиков – от 45. Юбка обойдется от 30, брюки – от 45, джемперы – от 55 рублей. Беларусь отмечает День работников государственной статистики. Тех, кто пишет историю нашей страны в цифрах, сейчас 1700 человек. Специалисты комитета в год получают и обрабатывают более 2 миллионов отчетов. Именно на основе стат-данных принимаются управленческие решения и строятся прогнозы развития страны. Что важно, уровень доверия жителей Синеока к официальной статистике из года в год растет.